Ну, это проект совместный с Музеем истории Екатеринбурга, такой это музейный автобус. Идея у нас такая, мы одними из первых начали готовиться к юбилею Екатеринбурга, Екатеринбург 300, и подумали, что одной из интересных идей такого подарка может быть собрать Екатеринбург, собрать людей, которые так или иначе вышли из нашего города или имеют какое-то отношение к нему, собрать города, которые тоже имеют какие-то связи с нами. Мы хотим проехать действительно весь мир. Это проект до 2023 года. То есть мы будем путешествовать по 1-2 месяца в год. Это все континенты. Идея у нас такая. Мы хотим везде, во всех странах, где мы будем проезжать, в городах, найти выходцев из нашего города, там, которые, может быть, в 18-м, 19-м или там, совсем недавно уехали отсюда. Точно так же есть большой след екатеринбургский по миру, свердловский, в виде там различных сооружений, зданий, отстроят рядов по Советскому Союзу до, там, скажем, помощи братским странам, там, СССР или соцлагерю Африки. Мы хотим также собрать некую коллекцию мифов и образов Урала и Екатеринбурга. Мы будем по пути меняться, как в детской игре. Обмениваться мнениями с иностранцами. Даже не столько мнениями, сколько артефактами. То есть мы повезем какую-то уральскую коллекцию, которую презентует Екатеринбург, а в то же время будем получать в обмен какие-то местные истории, таким образом представлять Екатеринбург и в то же время собирать такие связи, да, со всем миром. Проект у нас открытый. Мы сейчас формируем команду. В нее войдут архитекторы, дизайнеры, которые, например, подчеркнут какие-то интересные идеи по развитию нашего города, да, в перспективе. Войдут, например, музейные кураторы, которые будут налаживать связи с музеем по всему миру, находя общие точки стыковки. Войдут авантюристы-путешественники, которые уже, у которых за плечами практически кругосветки уже имеются в нашем городе. То есть команда такая авантюрная, действительно, во многом.